Три площадки для сбора крупногабаритных отходов оборудуются в Одинцовском городском округе в рамках реализации регионального проекта «Мегабак». Они будут размещены в Одинцово, Звенигороде и деревне Чуприково. Звенигородскую площадку, расположенную в проектируемом проезде, оборудовали по классической схеме. Три восьмикубовых бункера для крупногабаритного мусора и два дополнительных контейнера для алюминия и пластика.